смысл в соперничестве? В чем смысл состязаний? Состязание помогает вскрыть наши слабости и ведет по пути самопознания и очищения. Ибо наши главные враги — это мы сами. Сокровенные мысли, несказанные вслух, ключевые идеи в прах и пух. Проходя указатель, закрыть глаза, вроде путь очерчен, уловишь мух. Мыши боится даже слон, дело не в размере, это не закон. Еще ярко горячая, быстрее угасает, но от этого чудо свое не теряет. Век на месте, тот же спорт, дырами сверкает бегуна Батфорд. Победитель гордится до победного конца, побеждая побежден, вспоминая отца. Обег по камням для самоубийства, потертый в кровь и кормишь птиц. Поворот не туда, а хотела вперед, но достоин ли ты, ведь она сожрет. Нужно объяснить, куда. Открывая сто причин, и снова пропуская поезда. Уступить мечту другим. Это как сюжет из дешевого ужастика. Написанная ручка не стирается ластика. Попробуй влететь, ты оставишь дыру и станешь не нужен, увы, никому. Поймут даже те, кто задорно смеялся. Без прошлого ты лишь большой кусок мяса, способное есть и дышать привидения. Пустую и злитое в мир что-то семя. Мешать и бежать, оставляя следы, что могут унюхать и люди, и псы. Срывать объявления без вести пропавшие, и с каждым рывком становиться все старше. Вся жизнь лотерея, сунь руку в мешок, пройти лабиринт из ловонов кишок. Ведь только запомнив, откуда ты вылез, ты сможешь вернее остановитесь в могиле. Можно